Всем привет! Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о том, что трансляции Олимпийских игр 2024 года в Париже будут доступны на сайте Международного олимпийского комитета МОК. Ранее МОК сообщил, что за играми смогут наблюдать жители России. При этом российские телекомпании отказались транслировать соревнования. Это произойдет впервые за 40 лет. Это прекрасно, что МОК покажет игры. Слава богу, я довольна. Вообще не поняла, почему мы не должны смотреть Олимпийские игры. Даже если не участвуем, смотреть мы должны. Не показывать Олимпиаду на российских каналах – это решение не самое лучшее для российского народа, который очень любит спорт и спорт высших достижений. «Это ужасно, что у нас по телевидению не покажут Олимпийские игры», – сказала Тарасова. Уже 26 июля в Париже стартуют летние Олимпийские игры. Их не будут транслировать в России. Первый канал, Матч ТВ, не стали приобретать соответствующие права. Об этом высказалась олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова. «Мне кажется, что это неправильно. Все-таки те люди, которые интересуются и живут спортом, были бы заинтересованы в том, чтобы проследить за уровнем этой Олимпиады, вне зависимости от того, что большая часть наших спортсменов не сможет принять в ней участие», — сказала Бестемьянова.